Итак, всем привет, с вами Ван 3013, и это Break Into That War. И сегодня мы поиграем в эту игру. Итак, история о том, как нас засадили. То, значит, вот мы сидим такие, там такой какой-то пацан, он его убивает, этого мужика. И его посадили, и надо сбежать из тюрьмы, как я понял. Так, первый уровень тут вообще легкий, тут ты просто бежишь и изучаешь исправление. Так, второй уровень уже посложнее. Всем то, что, ну, то, что тут надо это все обходить. Да, и вот, как вы видите, это будет сложно. Так, давайте еще тогда один раз попробуем. Да, мы прошли. Ну, последнее это легкое. И мы проходим на третий уровень. Тут же все посложнее, гораздо сложнее. Хотя не так уж сложно. Что тут, ты просто прибегаешь и все нормально. А вот четвертый уровень, это уже можно позадумываться. Вот он точно. А, ладно. Еще раз. Попробуем. Надо тут спрятаться в ящиках. Кажется, не спалили. Чёрт. Хорошо. Теперь хотя бы понял, куда надо бежать. Хотя, не, не понял. Спрятались тут камеры. Нормально, тут палит. Проходим. Так, значит, давайте посмотрим. Сюда вот можно. И проходим. Да, мы прошли этот уровень. О, черт. Как это? Допустим, надо сюда в угол зажаться. А что дальше? И что вы хотите, чтобы я за такой короткий период времени прошел? Серьезно? Все, можно. Тут-то как? Вроде бы как все нормально. Быстро бежим. Но это, я думаю, еще легкий режим. Потому что это только пятый уровень. Я уже не представляю, какой там будет, допустим, сотый, если он есть. О боже. Это просто выносит мозг, эта игра. Давайте. Нормально. Еще раз. Может тут. О, да ладно. Да ладно. А-за-за-за-за, сказали нам разработчики. И мы не пройдем. Ладно. Проходим обратно. Обратно. Все, обратно никак, да? Получается. А, вот все можно. Пробегаем. We'll be right back.
я дальше это просто проходить даже не буду. Все, всем пока, это в это невозможно играть. Всем пока.